Добрый день, это программа «Особое мнение». Микрофон работает Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает экс-депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин. Прости, пожалуйста, Леш. Добрый день. Добрый день. Ну что, российская сборная вышла из игры. Чемпионат, тем не менее, мира по футболу продолжается. И я предлагаю продолжить обсуждение футбольной и спортивной темы. Ну, во-первых, чтобы нам все было понятно, и мне, и слушателям. Скажи, пожалуйста, являешься ли ты футбольным фанатом? Мне кажется, на мой взгляд, футбольные фанаты – это те, кто болеют на трибунах с фаерами и с транспарантами. Ну, это такое образное представление о фанате. Я все-таки, наверное, футбольный болельщик. Я переживаю за свою любимую сборную, переживаю за московский «Спартак». Могу проагитировать свою любимую команду, болею за нее 6 лет. В свое время дедушка подсадил меня на этот футбольный клуб, и с тех пор я слежу за этой командой, слежу за результатами, за игроками и так далее. Если мы сейчас будем обсуждать тему выступления нашей сборной на чемпионате мира, то, конечно, хотелось бы отметить, что изменилось отношение и мое, и, наверное, всех россиян к нашей сборной. Тот скептицизм, та неуверенность в игроках, которая была ранее, она, наверное, перечеркнулась матчем с Испанией, ну и матчем с Хорватией в том числе. Несмотря на то, что наша команда проиграла, но все-таки, конечно, выражаю слова благодарности нашим ребятам, которые играли за свою страну, за свою сборную. Мне очень понравился заголовок твиттер-аккаунта официального нашей сборной «Ты у меня одна». Это как текст из знаменитой песни. Но действительно, эта сборная, она у нас одна. Ну, нет у нас больше другой сборной, нет у нас других игроков, к сожалению или к счастью. Но вот она такая, какая она есть. И мы должны любить нашу страну, любить нашу сборную, несмотря на результаты. Но все-таки, конечно, хотелось бы увидеть, как русские быстро запрягают, долго запрягают и быстро едут. Очень, конечно, хотелось этого увидеть. Хотелось, чтобы наша сборная оказалась неожиданно в финале, ну и победила какую-нибудь бельгийскую или английскую сборную. Ты удовлетворен результатом? Тем не менее, безусловно, да. Лично я удовлетворен результатом. Естественно, я, моя семья, мои знакомые все смотрели этот матч. Естественно, переживали. Плакали, ревели, веселились вместе с нашей сборной. А выходили ли вы на фан-зону, которую мы берем ее в кавычках, там, ну, надо сразу всем сказать, что официальная там фан-зона, она с разрешения FIFA и так далее, и так далее. Но вот то, что по требованию, по просьбам или по требованию кировчан власти городские с помощью правительства области на Театральной площади как раз минувшие выходные устроили своеобразную фан-зону, да, чтобы люди могли поболеть за нашу сборную в игре против Хорватии. Сам ты был там? Я проходил мимо этой площадки. Наверное, все-таки фан-зоной эту территорию назвать тяжело. Это все-таки некое публичное место для просмотра футбольных матчей. Я бы так назвал эту площадку. Конечно, организация, естественно, оставляет желать лучшего, потому что это все было очень спонтанно. Но, как в России говорится, лучше поздно, чем никогда. А лучше ли? Вот не знаю, лучше, потому что все-таки городские власти, там Илья Шульгин говорил, что эту площадку мы будем делать на частные деньги, на деньги спонсоров, а в итоге получилось, как опять 1 миллион рублей экстренно из какой-то строки расходов выдернули. Я, конечно, еще не уточнял, в документах не смотрел, из какой именно строки было выдернута эта сумма, и истрачены бюджетные деньги. Все-таки, если бы нашелся какой-то спонсор, у нас немало компаний, которые и выиграли, и, скажем так, наживились на этом футбольном чемпионате. У нас есть самый большой пивоваренный завод, который, почему бы и нет, не мог организовать свою фан-зону за свой счет. Они организовали в своих учреждениях питания. Ну вот, если только так. Но, тем не менее, это предприятие очень много должно городу, потому что это предприятие зарабатывает на горожанах. Почему бы не сделать горожанам такой хороший, неплохой подарок, тем более этот же 1-2 миллиона рублей для самого крупного пивного налогоплательщика в нашем регионе. Ну, это, я думаю, не такие деньги. Пивной налогоплательщик тебе и скажет, что мы платим серьезные налоги в белую, в большом количестве, и пускай, собственно говоря, эти деньги используют правительство по своему усмотрению, в том числе и на такие цели. Возможно, но все-таки хочу отметить, что эти большинство налоговых платежей попадают в федеральный бюджет, а не в региональный, не тем более в муниципальный. Поэтому все-таки правильная ли была реакция властей на то, чтобы потратить эти деньги и организовать?
реакция, реакцию властей на этот общественный призыв, а это было именно общественным призывом, когда люди обратились к городским властям через социальные сети, может быть, устно, письменно, для того, чтобы все-таки дайте людям в каких-то в массовых условиях посмотреть футбол любимой команды. И все-таки городские власти откликнулись и какую-никакую территорию, площадку организовали. Но все-таки, повторюсь, помимо этого, вот по поводу этого светодиодного экрана, ну давным-давно уже городу пора приобрести этот светодиодный экран и выставлять его на все значимые события и мероприятия. И не платить за аренду непонятным компаниям через непонятные дома культуры и так далее. То есть не надо давать, зарабатывать на этом бизнесменам. Надо городу эффективно использовать свои бюджетные ресурсы. Ну, либо давать бизнесменам зарабатывать, но при этом с учетом интересов граждан. В том числе, может быть, так. Хорошо. А еще один аспект проведения чемпионата мира по футболу. Давай посмотрим вот с разных сторон теперь, да? Считаешь ли ты, что чемпионат даст толчок развитию профессионального футбола России, а может быть и массового? Что теперь? Я вообще более чем уверен, что результаты и итоги этого чемпионата подстегнут родителей отдавать своих мальчишек и даже девчонок в футбольные секции детские. И я искренне надеюсь, что наши футбольные секции ДЮСШ 5, Факел, Прогресс там, и другие, они сейчас с 1 сентября столкнутся с такой проблемой, что некуда будет записывать детей. Мне кажется, повторится ситуация с Сочи 2014, когда после этого события массово родители стали записывать детей в зимние спортивные виды. В зимние виды спорта, в секции детские, поэтому искренне надеюсь, что все-таки футбол будет все больше популяризирован в нашем регионе, в нашем городе и в нашей стране. Да, популяризирован-то популяризирован. А есть ли места, где заниматься ребятам футболом? Потому что, вот, как я уже сказала, очередь в секции по футболу, она и была до сих пор. И есть сейчас, может быть, увеличивается, вот с твоих слов, если так судить, можно сказать. Где заниматься? Депутат Журавлев, действующий депутат городской думы Владимир Вениаминович Журавлев, в своем особом мнении на прошлой неделе предложил построить рядом с легкоатлетическим манежем, который сейчас строится, Вересников футбольный стадион. Что скажешь? Я скажу вообще по поводу спортивной инфраструктуры в нашем городе. Может быть, следующее слово, что как раз забота городских депутатов, забота муниципальных властей и региональных властей увеличивать финансирование на детский, массовый или профессиональный спорт. Вопрос заключается в том, на какие цели будут направлены новые увеличения финансирования. Либо это поездки на соревнования, либо это на инфраструктуру. Так вот, что касается инфраструктурных проектов, то у города на сегодняшний день нет денег даже на латание дыр в действующих спортивных объектах. Единственное, на что можно рассчитывать, это на попадание в федеральные спортивные программы, в программы международные в рамках ФИФА. И вот это как раз задача муниципальных властей. Если муниципальным властям интересен развитие детского, массового и профессионального спорта, то все-таки надо уже выходить из своих чиновничьих кабинетов, делать заявки, участвовать в международных проектах, и тогда инфраструктура в Кирове будет подтягиваться. А просто так заявлять о том, что давайте мы построим этот объект, или давайте мы, как отчитывается городская спортивная власть, у нас есть управление по молодежи и спорту. Есть региональные. И они отчитываются в том, что почти 70% населения города Кирова занимаются массовым спортом. Вот вы верите в эти цифры? Я тоже не верю. И когда вот из потолка берутся эти никому непонятные статистические данные о том, что, оказывается, больше половины населения нашего города занимается массовым спортом, у меня остается впечатление, что у нас спортом занимаются чиновники на бумаге. И поэтому надо спорт популяризировать, поэтому нужно городским депутатам добиваться изменения в городском бюджете, увеличивать строки на содержание спортивных объектов, увеличивать финансирование детского, массового, профессионального спорта. Только так мы получим профессиональные команды, а не те команды, которые сейчас, к сожалению, у нас, можно сказать, канули в лету. Это и Родина, и Динамо, и Олимпия, в том числе и поэтому. Вот смотри, у нас минута до перерыва остается. Все-таки даже во властных структурах подразделения, связанные со спортом, неразрывно связаны с молодежной политикой.
Очень странное сочетание, если честно. А мне кажется, что оно вполне может быть и закономерно, потому что если бы развивался массовый детский и юношеский спорт, то вот эта задача по увлечению молодежи вот в этом городе, да, чтобы они оставались, там как-то развивались, получали лифты, вполне себе закономерно было бы. И с этой точки зрения, как ты оцениваешь работу уже даже не городской, я бы сказала, а региональной власти, вот того подразделения, которое занимается и молодежной, и спортивной политикой? Ну, я неоднократно уже высказывал свою позицию по работе вот как раз тех властей, которые занимаются спортом и молодежной политикой. Нет у нас в Кировской области ни молодежной политики, и, к сожалению, спорту уделяется все меньше и меньше внимания. И результаты работы этой спортивной и молодежной власти мы видим налицо. Мы видим загибающиеся команды, и мы видим полное отсутствие молодежной занятости. Леш, а с чем это все-таки связано? С отсутствием финансирования? Очень часто звучит: денег нет. Или с отсутствием профессиональной компетенции, может быть, что-то еще? Мне кажется, и первое, и второе. И профессиональная компетенция, и, естественно, недофинансирование, причем хроническое. Но задача любой власти, любого управленца в чиновничьем кабинете – это добиваться увеличения финансирования на собственные, на расходы собственного ведомства. А власть, правильно? Которая сейчас этим занимается, может справиться с такой? Видите, что они не справляются. Бюджеты сокращаются, команды разоряются, команды становятся банкротами, инфраструктура ветшает. И ничего в лучшую сторону в спорте и в молодежке не происходит. Алексей Кузьмин, экс-депутат Кировской городской думы, это его особое мнение. Вы сейчас слушаете. Прервемся на полминуты и продолжим. Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает Алексей Кузьмин, экс-депутат Кировской городской думы. И все-таки, как ты считаешь, чемпионат мира по футболу в Российской Федерации – это чисто спортивная история или все-таки политическая? Ну, безусловно, относить исключительно к имиджевой либо к политической составляющей чемпионат мира, наверное, не совсем правильно. Все-таки это спортивное международное состязание. Мне очень отрадно, что Россия стала победительницей вот в этой лотерее по, скажем так, странам-претендентам на этот чемпионат. Мы победили, мы приняли на достойнейшем уровне у себя этот чемпионат. Я видел, что внимание к проведению этого чемпионата, внимание оказывается самое высокое, что выделяются колоссальные средства. Кстати, мы сейчас обозначим ту цифру, которая была израсходована на этот чемпионат. Вот по последним данным, официальным, причем на чемпионат потратили на организацию, строительство и так далее, около 1 триллиона рублей. Ну, мне кажется, если вдуматься в размеры, в масштаб этой цифры, то единственное, с чем ее можно сравнить, это с федеральными расходами, например, на здравоохранение. Напомню, что расходы на здравоохранение составили 475 миллиардов рублей, а здесь 1 триллион. Это два бюджета здравоохранения. То есть надо сопоставлять эти цифры, и когда мы говорим о том, что в нашей стране требуется исключительно хлеб и зрелище, то, наверное, все-таки превалировать должно желание в сторону хлеба, а не в сторону зрелища. Но вот, к сожалению, пока ситуация такова, что мы способны и готовы тратить 1 триллион рублей на развлекательные, спортивные мероприятия, но готовы увеличивать пенсионный возраст. И самое страшное, на мой взгляд, и почему-то об этом слишком мало говорят и мало дискуссий по этому поводу, увеличить НДС, так называемый налоговый маневр, на 2% до 20%. Сейчас мы к этому как раз перейдем. Начнем все-таки с пенсионной реформы, из этих двух вопросов, НДС и пенсионная реформа. С пенсионной начнем. Во-первых, и НДС, и пенсионная реформа была представлена правительством Российской Федерации именно во время проведения чемпионата мира по футболу. Да, и поэтому я тебя спросила, все-таки какая-то история больше, да, политическая или чисто про спорт. Видим обсуждение пенсионной реформы, видим разную реакцию. Большое количество официальных лиц и известных людей в регионе нашем высказывалось в том ключе, что принципиально они за пенсионную реформу. Принципиально мы за пенсионную реформу, но ее надо доработать. Причем доработать-то надо уже к ноябрю месяцу. Вот в том-то и дело, да, что почему мы возвращаемся к тому, что когда были объявлены эти инициативы публично, в кулуарах, естественно, эти темы давным-давно уже обсуждались, но публично это объявлено в день открытия чемпионата мира. Ну, естественно, политтехнологи
в разных кабинетах в Москве не дремлют. Естественно, все прекрасно понимают, что эта инициатива будет встречаться в нашей стране негативно. И последние опросы в ЦИОМ говорят о том, что 79% опрошенных считают изменение пенсионного возраста отрицательным явлением в нашей политике, в нашей социальной политике. Поэтому и проведение чемпионата мира попытались как раз на эмоциях, на положительных чувствах россиян, скажем так, воткнуть, протащить эту инициативу и засунуть через правительство в Государственную Думу. И сейчас Госдума будет это все в скором темпе рассматривать. Так вот, что касается вообще этой всей инициативы, то я не понимаю, если честно, не совсем поддерживаю большинство россиян, которые относятся к этой инициативе явно негативно, но не высказывают свою точку зрения по этому поводу. То есть у нас дискуссия остается исключительно кухонной. Вот те протестные мероприятия, которые прокатились по стране, они были настолько немногочисленны и настолько формализованы, что было понятно, что они все-таки подконтрольны. Вот те же у нас митинговали под окнами Серого дома, Федерация профсоюзов. Да, погоди, они, между прочим, выходят снова на митинг, и мало того, профсоюзы кировские собрали уже 30 тысяч подписей против повышения пенсионного возраста. Провели, сейчас прям даже скажу, провели более 1400 собраний, на которых 100% присутствующих выступили за снятие законопроекта с рассмотрением в Госдуме, за снятие, не за доработку и рассмотрение, за снятие. Это я сейчас цитирую наших коллег из «Бизнес-новостей». Так что нельзя сказать, что они вот вышли тут на пикет, попикетировали и ушли. Я вообще впервые увидела такое количество представителей профсоюзов, в том числе и в нашей студии, довольно активно высказывавшихся, и в общественной палате, и на улицах. Вот по этому поводу, лично мое особое мнение, раз мы в программе «Особое мнение», то, безусловно, на мой взгляд, ситуация с тем, что профсоюзы митингуют, высказывают свою негативную точку зрения по этой инициативе, собирают подписи, естественно, эта ситуация, она подконтрольна. Естественно, это так называемый воздухоотвод или выпуск пара. А потому что тебе дают основания говорить, что это подконтрольный выход? Потому что на всем протяжении деятельности профсоюзных организаций в современной российской истории профсоюзы всегда были около власти. Всегда. Ну, всегда. По любой инициативе. Не было ни одной инициативы, которая прямо или косвенно не поддерживалась потом в итоге профсоюзами. Или, например, давайте мы вернемся к инициативе о монетизации льгот, когда профсоюзы также стали катализаторами, якобы катализаторами оппозиционных и протестных действий. Но к чему это привело? Разве монетизация льгот была отменена? Разве она была снята из Госдумы? Разве она отозвана или изменена правительством? Нет. Это все были воздухоотводы, поэтому очень странно наблюдать вот эти, к сожалению, протестные действия подконтрольные. И когда действительно учителя, педагоги, сотрудники здравоохранения искренне против этой пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста, потому что это непосредственно каждого практически россиянина касается, выходят на эти митинги, пытаются доказать и донести свою позицию, но, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, они находятся под неким колпаком, управляемым колпаком неких протестных оппозиционных действий. И это плохо. Это говорит о неспособности сегодняшней оппозиции в каким-то единым кулаком как-то собраться и всем вместе организовать нечто оппозиционное, прямо нечто протестное. Про оппозицию можно же, мне кажется, забыть вообще в нашей стране. По крайней мере, на текущий период все действия по оппозиции на выборах любого уровня, в том числе и сейчас на московских выборах, да, об этом говорят. Но все-таки, еще раз, как ты думаешь, есть ли шанс у профсоюзов стать какой-то новой политической силой Российской Федерации? Безусловно, наверное, создатели и инициаторы, и политтехнологи в московских кабинетах, они осознают ту потенциальную роль и те потенциальные возможности, которые есть у профсоюзов. Вы не забывайте, что там профсоюзные движения до сих пор сильны, например, в Европе. И есть масса примеров, когда профсоюзы добиваются своего.
там, в той же Франции, не дай бог, какая-то инициатива правительства, которая негативно отразится на рабочих, она без согласования с профсоюзами, ну, никогда в жизни все им не зайдет. Ну и мы сразу видим в той же Франции массовые забастовки. Массовые забастовки, акции протеста, в том числе. Профсоюзы играют существенную роль в Европе, и на них можно ориентироваться. Но мне кажется, в России, я говорю, вот это профсоюзное движение, оно умирало несколько десятилетий уже, несколько есть лет. Есть у них сейчас шанс вернуть нет, себе доверие? Нет у них шансов, нет инициативы, потому что любое профсоюзное руководство, будь то на заводе, будь то в регионе, будь то на федеральном уровне, оно всегда будет подконтрольно руководству завода, региона, федерального центра. Это вот в нашей стране, к сожалению, это естественно, и от этого никто не отойдет. Дать им какую-то возможность выступить неким катализатором оппозиции, я думаю, это исключительно воздухоотвод. Еще один момент, который связан с пенсионной реформой, в том числе и в этой студии очень часто эксперты говорят, что молодежь совершенно не обсуждает пенсионную реформу, пассивно не высказывается. Вот ты представитель молодежи, пожалуйста. Ты сам лично о пенсионной реформе что думаешь в отношении себя? И что твои ровесники или, может быть, люди помоложе говорят об этом? Лично вообще о себе я не пекусь, о своей пенсии будущей, потому что в нашей стране все меняется даже не за год, не за полгода, все меняется буквально каждый месяц. Поэтому загадывать о том, какая у меня будет пенсия, насколько она будет высокая, насколько она будет достойной, я даже сейчас не загадываю. Если ты хочешь молодой и целеустремленный, если ты хочешь жить в старости достойно, зарабатывай сейчас. Делай деньги сейчас. Иначе в нашем государстве не на что рассчитывать. Вы видели, как были заморожены накопительная часть пенсии, когда люди копили, откладывали, делали какие-то взносы, и в одномоментно, и уже до сих пор, уже на протяжении, по-моему, 5 лет, накопительная часть пенсии заморожена. Ну, что значит заморожена? То есть государство, по сути, национализировало. Ну, в общем, ничего ведь, получается, не изменилось. Ничего не изменилось. Есть реформа, 90-х нет годов, реформы. Ничего не изменилось. Поэтому ты считаешь, что надо рассчитывать только на себя? Рассчитывать исключительно на себя. Это первое. А второе, на что бы я хотел обратить внимание, и очень странно, что люди почему-то об этом не думают. Вот уже на протяжении 18 лет власть не добилась того, чтобы средняя заработная плата была настолько высока, чтобы работающие россияне смогли содержать действующих пенсионеров. Вот вы знаете, что по статистике, ну, по последним цифрам, на каждого пенсионера приходится половина работающего россиянина. В Кировской области наверное, даже так меньше. Же, но почему-то очень странная, кстати говоря, цифра, которую называл глава Кировского отделения пенсионного фонда, что на одного пенсионера при здоровой экономике должно работать 3 работоспособных действующих человека. Все правильно он назвал. При здоровой экономике. Экономика у нас не очень здоровая. Это очень странно, потому что такая ситуация, когда меньшее гораздо соотношение, примерно как у нас во всей Европе и в Японии, существует. Поэтому там тоже вводятся различные пенсионные изменения. Вот в том числе но одна у них экономика называется одна здоровая. Одна из проблем дефицита, колоссального дефицита пенсионного фонда, это проблема в том, что пенсионный фонд не умеет и не может, и, наверное, не хочет зарабатывать на пенсионных накоплениях. Вы знаете, что норвежский пенсионный фонд, например, является одним из самых доходных предприятий во всем мире. Они вкладывают пенсионное накопление норвежцев в ценные бумаги по всему миру. Они зарабатывают колоссальные средства на старость норвежцам. И любой норвежец знает, что отложив там определенную сумму сегодня, он получит эту сумму, умноженную в несколько десятков раз потом. Вывод. Первое. Пенсионный фонд не умеет, не хочет, не может зарабатывать. Второе. Государство за 18 лет не создало в экономике таких условий, чтобы средняя зарплата россиянина позволяла платить столько налогов, чтобы содержать действующих пенсионеров. Третье. Очень некрасиво и неправильно объявлять об этой инициативе в день начала чемпионата мира, тем самым показывая свое отношение к мнению россиян. Четвертых. Не нужно создавать подколпакную, подконтрольную оппозиционную движуху вокруг этой инициативы в виде профсоюзных организаций, которые, ну, все знают, что они подконтрольны властям. Но зачем так откровенно демонстрировать свое отношение к мнению россиян?
«Справедливая Россия», например, в Госдуму внесла несколько тысяч подписей за то, чтобы снять эту инициативу с пленарки. Будет снята, как ты думаешь? Да не будет она снята, потому что оппозицию действующую не слушают, а слушают только подконтрольную. Прервемся буквально на полторы минуты, у нас реклама, и мы продолжим «Особое мнение» с Алексеем Кузьминым. Продолжаем программу «Особое мнение». В студии работает Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает экс-депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин. Ты сказал, что мало внимания уделяется и второй инициативе, которую правительство Российской Федерации озвучило, и уже даже в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о повышении НДС с 18 до 20%. Если пенсионные накопления и пенсии вообще как-то понятны еще более-менее россиян, то НДС, мне кажется, я не знаю, понятно только маленькой части действительно населения, которая занимается там, бизнесом, например. Поправь меня, если я не права, и расскажи, что ты считаешь нужным сказать по поводу этой вот инициативы, законопроекта. Так и есть, к сожалению, россияне не удивляют вот этой второй драконовской инициативе, как ее называют, должного внимания, повышения НДС на 2%. Хочу объяснить, что, не объяснить, а может быть сказать такую фразу, что любой товар, который покупается и продается, он рано или поздно он включает в себя НДС. Либо это через оптового посредника, либо через дистрибуцию, либо через там, продуктовый магазин, неважно. В большинстве своем в этот товар, безусловно, заложен НДС. И когда на 2% будет увеличен НДС, безусловно, любой производитель, любой дистрибьютор, он будет повышать стоимость товара. То есть эта стоимость ляжет в карманы, на карманы бизнеса, как оптового покупателя товаров, и рядового россиянина, как розничного покупателя этих товаров. И 2%, вы, наверное, думаете, что это такие совсем ничтожная наценка, ничтожные деньги, но на самом деле в масштабах страны это колоссальные деньги, и правительство планирует выручить от этого налогового так называемого маневра порядка 630 миллиардов рублей. И вот представители, например, «Единой России» в Государственной Думе, пытаясь защитить эту инициативу, а они вынуждены сейчас защищать эту инициативу, потому что она была спущена с правительства лидером этой партии Медведевым, что пенсионный возраст, что ставка НДС. И «Единая Россия» понимает, что это резко отразится на их рейтинге, на их имидже. Впереди госдумовская кампания. И мне кажется, после этих инициатив рейтинги «Единой России» будут таять, как сосульки по весне. Поэтому, ну, это их проблема, но тем не менее, они вынуждены защищать эти инициативы, и они оправдываются это тем, что бюджет поступит 630 миллиардов рублей, это деньги, которые будут направлены на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру, ну, как обычно, на все по чуть-чуть маслом по бутерброду. Но мне кажется, что есть другие инициативы, и они обсуждаются уже достаточно давно, они аргументированы, в том числе «Справедливая Россия» уже не один год добивается изменения, увеличения, прошу прощения, введения прогрессивной шкалы налогообложения. Это тогда, когда богатые будут платить налогов больше, бедные меньше. То есть это социально справедливо, это правильно, такая схема, такая система работает во всей цивилизованной Европе и в странах западного мира, поэтому мне кажется, что эту инициативу надо продвигать, и она принесет в бюджет гораздо больше финансовые ресурсы, чем 630 миллиардов рублей в год. По подсчетам экономических экспертов, эта инициатива принесет до 1 триллиона рублей ежегодно. Так вот, давайте мы лучше богатых, сверхбогатых, обложим дополнительными налогами, бедных нагрузку на бедных мы снизим, и тем самым мы увеличим поступление в бюджет. У нас колоссальные статьи расходов на
на оборону, на правоохранительную деятельность структуры, на национальную безопасность. Например, на оборону в этом году бюджет заложен 2,8 триллиона рублей. На нацбезопасность и правоохранительные органы. Кстати, все вы знаете. Все они, их не касаются практически всех. Все вы знаете как раз, кто к ним относится. Это 2,6 триллионов рублей. И правильно вы заметили, что 45 лет – это возраст выхода на пенсию сотрудника правоохранительных органов. Здоровый мужик выходит, любого, от оперативника до бухгалтера. Здоровый мужик выходит на пенсию в 45 лет. А может быть, еле перебирающий ноги пенсионер, уже который там 60 с лишним лет испытывает колоссальные проблемы со здоровьем, не может себе позволить пенсионное содержание, не может себе позволить отдохнуть, съездить на дачу, съездить в Сочи, в Крым и на эту пенсию. Но вот здоровый мужик 45 лет, причем с колоссальной физической подготовкой, ну вот выходит на пенсию, правоохранительных органов это не коснулось. Возвращаемся к НДС. Ты считаешь, так же, как и в пенсионной реформе, и второе чтение пройдет, законопроект и будет принят? А это финал или еще будет повышаться НДС? По-моему, этот маневр предполагает до 20% увеличить, хотя ранее изначально, начиная с 2000-х годов, и президент Владимир Путин, и правительство неоднократно заявляли, что НДС повышать не надо, нужно найти другие пути, нужно, наоборот, НДС понижать. Но мне кажется, после того, как правительство запустило под шумок эту инициативу, эта инициатива в Госдуме, как и пенсионная реформа, будет принята очень быстро. Я думаю, до летней сессии Госдума во главе с Володиным быстро разберутся с этими инициативами и примут нужное для них решение. Алексей Кузьмин, экс-депутат Кировской городской думы, в программе «Особое мнение». Дан старт формированию нового состава общественной палаты Кировской области, и даже уже завтра последний день подачи документов по спискам губернатора и по спискам от ОЗС. Ты подал заявление, скажи? Я сегодня, либо завтра буду подавать это заявление от общественной палаты, которая выдвигает мою кандидатуру в общественную, от общественной организации, которая будет выдвигать мою кандидатуру в общественную палату. Мне кажется, что роль общественной палаты в нашем регионе усиливается. Она проявляет все большую активность. Мне это нравится, мне это импонирует. Почему бы не работать, не проявлять свой интерес в этом органе? Тем более, что на носу большой выборный год, когда будут большие выборы в областное ЗАГС собрание, в Кировскую городскую думу. Мне кажется, что общественная палата станет плацдармом для многих кандидатов, депутаты разных уровней. Я думаю, что это правильно, эта инициатива вызывает лишь доверие и уважение. Роль общественной палаты растет, это приятно. Какой состав палаты общественной ты считал бы эффективным и привлекательным? Вот если он сейчас уже растет, ты считаешь, что уже более эффективные люди пришли там в палату, а какой она должна быть, на твой взгляд? Мне кажется, что главное, чего нельзя допустить в общественной палате, это то, чтобы люди туда шли за каким-то статусом, чтобы за какими-то корочками, чтобы махать в чиновничьих кабинетах своим общественным статусом. Если туда не пойдут люди с такой инициативой, а пойдут люди, действительно желающие, способные работать, способные доказывать и отстаивать свою точку зрения, точку зрения своих представителей, то, мне кажется, роль общественной палаты будет только возрастать. А сейчас, к сожалению, и в действующем созыве общественной палаты все-таки есть статисты. Я смотрел как раз цифры посещений заседаний общественной палаты, и там есть персонажи, которые ну, просто не ходят даже на заседания, не участвуют в общественной, в публичной жизни. Ну, какой толк от них в этом органе? Ну, значит, от таких людей общественная палата должна избавляться. Ну, все-таки компетенция губернатора и общественников избрать туда компетентных людей. Хорошо, что ты напомнил про этот рейтинг, который когда-то по инициативе Андрея Усенко там был введен, да, где учитывалось и посещение, и там проекты, в которых участвует, и освещение деятельности палаты в СМИ. Как-то подзабыли его, не смотрят сейчас, что там по итогам-то. Надо будет посмотреть, когда люди пройдут в общественную палату, и сравнить вот эти вот списки. Итоговые рейтинги. Да. Ну, в прошлый раз, когда надо было выбирать секретаря общественной палаты, после того, как Дмитрий Александрович Курдюмов ушел в правительство Кировской области, там настоящая борьба развернулась за место секретаря, что, наверное, хорошо. Сейчас... Это здоровая конкуренция, это правильно.
ты считаешь, кто вот сейчас, на твой взгляд, мог бы возглавить новый состав Общественной палаты Тверской области? Не хотел бы концентрировать внимание на конкретных фамилиях. Во-первых, еще неизвестен состав Общественной палаты. То есть мы не знаем, какие кандидатуры туда попадут, какие фамилии будут представлены, какие организации будут там работать и представлять интересы. Поэтому на фамилии, наверное, я бы не сконцентрировался. Хорошо. У нас два вопроса и 3 минуты до завершения нашей программы. Я бы все-таки взяла одну из городских тем. Ян Чеботарев, юрист, наш эксперт, считает, что Александровский костел должен быть возвращен католикам кировским. Он считает, что их требования законны, и если возвращают здание Русской Православной Церкви, то и другие конфессии, согласно закону, имеют право вернуть свое имущество. 16 или 18, не помню, вот здесь вот в этих цифрах будет суд. Как ты считаешь, какое решение примет суд? Вернут? Не вернут? Вообще, инициатива с передачей муниципальных земель и муниципальных помещений и зданий в лоно церквей различных, там, будь то РПЦ, будь то католическая церковь, это всегда очень болезненный вопрос. Я помню, как эти инициативы обсуждались в здании городской думы. Буквально через одно заседание был вопрос о передаче имущество РПЦ, мы передавали здание на Динамовском проезде, мы передавали здание на Орловской, на Урицкого там, и так далее. Квату. Здание Квату, несколько комплексов, да. Это всегда очень болезненные вопросы, потому что город теряет свое имущество, он теряет помещения, теряет земли и передает их в РПЦ. Как их использует РПЦ? Мы в том числе видим на примере нашего Квату. Здания горят, территория не благоустраивается, территория находится в запустении, и, по сути, этот комплекс находится заброшенным, в том числе и потому, что это здание передали РПЦ. Что касается Александровского костела, то мне кажется, что здесь абсолютно правильная инициатива и желание католиков вернуть себе это здание. Почему? Потому что нельзя отдавать преимущество одной из конфессий. Ну, неправильно, это некрасиво. Если в городе есть католики, они желают, имеют право проходить какие-то, проводить праздники религиозные, проводить собрания и встречи. Они просто проводить собрания, они хотят там на Деповской, а они хотят проводить там, в намоленном месте, где когда-то это намоленное место. Ну, то есть нельзя так рубить с плеча и одной конфессии отдавать все здания, колоссальные комплексы в несколько тысяч квадратных метров и земельные участки, а другой конфессии вот так вот зажимать. И последний вопрос на эту тему. Когда священнослужитель, который у нас возглавляет католический приход, господин Звалинский, был здесь у нас в студии на прошлой неделе, он сказал, что правительство Кировской области, никто из него, даже те, кто отвечает за межконфессиональные отношения и Министерство культуры, которому принадлежит сейчас костел, не вышел ни разу и не поговорил с католиками, не сел за стол переговоров. Вы знаете, у нас есть целый департамент, он называется «Внутренний информационной политики», и вот одна из функций этого департамента – это взаимодействие с общественными и религиозными организациями. Вот я сколько не наблюдаю за работой этого департамента, кроме как пиара областной власти и работы в предвыборный период с главами районов и с главами муниципальных поселений, по сути, этот департамент ничем не занимается. Хотя он должен заниматься в том числе и налаживанием мостов со всеми конфессиями. И этот вопрос, это в их компетенции вопрос. Алексей Кузьмин, экс-депутат Кировской городской думы, был сегодня в программе «Особое мнение». Леша, спасибо тебе большое. До спасибо. Новых встреч. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания.